Оформление документа займет минимум времени. Сделать это можно в территориальной избирательной комиссии. Кроме того, услугой можно воспользоваться, обратившись в многофункциональный центр. После этого избиратели исключат из одного списка и внесут в другой. Технически это совершенно несложно. Избиратель, обращаясь в пункт приема заявлений, может воспользоваться помощью оператора специального программного обеспечения, который буквально в течение 2-3 минут поможет ему заполнить в электронном виде заявление, распечатать, это займет совсем немного времени, и поставить свою подпись. Для того, чтобы воспользоваться услугой голосования по месту нахождения, избиратель должен четко понимать, где в день голосования он будет находиться. Таким образом, оператор поможет найти ближайший избирательный участок, и в заявлении указывается тот избирательный участок, где избиратель сможет проголосовать. Он приходит на тот избирательный участок, который указан в заявлении, и предъявляет отрывной талон для голосования от этого заявления, и на основании этого талона, а соответственно той процедуре, которая уже произведена, избиратель уже внесен в списки для голосования, и по вот этому талону отрывному для голосования, где указывается, на каком избирательном участке избиратель может проголосовать, избиратель реализует свое право.